грибов и другого вовеки не нужно. Оставайся всегда несравненным гимом, бастионом студенческой дружбы. Это ваш институт, это ваше гримо, и другого вовеки не нужно. Оставайся всегда несравненным гимом, бастионом студенческой дружбы. Дорогие друзья, те товарищи, которые у бара, прервемся. Позвольте мне представиться. Я посол Российской Федерации, то бишь ваш посол. И других послов нам не надо, как показано в песне. Мы празднуем юбилей в здании, где в дипломатических переговорах решались многие вопросы союзнического взаимодействия между нашими страной и Великобританией в годы Второй мировой войны, а также судьбы послевоенной Европы. Война была в разгаре, но дипломаты работали, и лишь иногда советский посол и неоднократно бывавший здесь британский премьер Уинстон Черчилль смогли прервать беседу, и даже был случай, как мне рассказывают, это документально не подтверждено, когда была сильная бомбежка, они несколько часов провели в бомбоубежище, которое построили те же британцы в 1939 году. Бомбоубежище по-прежнему живо, есть табличка, что это сделано специально для советского посла. Теперь там винный погреб посольства. В те времена премьер-министры приезжали в советское посольство. Сейчас, конечно, не приезжают, но министры приходят. И я должен сказать, что на фоне тех исторических событий создавалась структура, которая должна была воспитать тех, кто по долгу своей профессии просто обязан предотвращать конфликты. И сейчас, по прошествии 70 лет, мы можем с уверенностью сказать, МГИМО с этой задачей справился. Я хочу, чтобы мы поприветствовали одного из старейших преподавателей МГИМО, которая специально пришла к нам сегодня вечером, чтобы нас тоже поприветствовать. Наверное, мне надо сказать пару слов о создании нашей ассоциации. Наш институт всегда воспитывал у нас желание объединять вокруг себя людей и умение общаться. Поэтому, наверное, не случайно в лухие 90-е годы именно выпускники МГИМО проявляли инициативу и собирали первые группы русскоязычных профессионалов, которые приехали работать в Лондон. И таким образом родилась идея создания отдельной ассоциации выпускников МГИМО Великобритании, и она была успешно создана в 2003 году. В прошлом году мы праздновали ее десятилетие. И сейчас ассоциация насчитывает 240 членов, зарегистрированных членов. А сейчас в нашу ассоциацию входят выпускники родом из России, Грузии, Азербайджана, Украины, Белоруссии, Польши, Сербии, Греции, Китая, Великобритании, Германии, Монголии и всех стран Средней Азии. Азербайджанский посол здесь, кстати. Я упомянула. Кажется, я никого не пропустила, господа. И наши профессионалы завоевали заслуженное уважение и признание своих английских коллег и партнеров, что, кстати, позволило всем нам добиться серьезных успехов и карьерного роста. В качестве украшения мы привезли картины того периода, когда был основан ваш замечательный институт и ковал кадры великих российских юристов, как мы теперь узнали, экономистов и дипломатов. Причем картины эти были написаны как в Питере блокадном, они были написаны на Масловке в Москве, на правительственных дачах, они были написаны в крошечных каморках во Франции. То есть они были написаны русскими людьми, разбросанными по всему свету, при этом сохранявших на национальную идею. И когда сегодня вот я слушала выступающих, и люди говорили, как, в общем-то, непросто им пришлось, как шли они к успеху, на любом поприще, конечно, и это, безусловно, объясняется и разницей образования, и времена, на которые пришлись судьбы этих людей. Но еще это объясняется более как бы глобально тем, что Россия – это страна, ну, скажем так, необычная, стоящая особняком, в общем,
самоопределяющийся в мировой культуре. И вот не знаю, насколько сильно ощущается в том, что дипломатам, юристам, экономистам очень сильно в их работе, в их пути к успеху помогают русские художники, русские писатели, потому что своими книгами, своими холстами они пытаются объяснить миру Россию, пытаются через свою любовь объяснить, заразить этой любовью других и снять какие-то барьеры психологические. Да, ну, понятно. И поэтому, мне кажется, вот дипломатия и культура, она на самом деле неразрывна, потому что все равно, как ни говори, первое, что приходит в голову России, это Достоевский, это Толстой, это Малевич, это Шагал, это величайшая духовная нация. И после этого уже легче вести как бы и экономические, и финансовые, и политические переговоры. Я помню только классический анекдот про МГИМО. Да, о том, что встречаются два человека на мосту в Англии, и один из них говорит «How much watch?», а другой смотрит на него и говорит «Six watch much?». Первый говорит «So much watch? Finished МГИМО? Ask». Анекдот МГИМО, знаешь, как ты говоришь про вас? Нет. Много гонора и мало образования, я помню. Самая, конечно, приятная, наверное, характеристика для института, но в то же время она имела под собой место. Для места, где интеллигенты могут отдохнуть. Единственный факультет, на который девушек брали массу, МЭО, международные экономические отношения. Факультет модной и элегантной одежды. Ну, не то чтобы анекдоты, да, но много всяких интересных историй было. Она была построена для Олимпийских игр. Я в ней жил, там были старые кровати для спортсменов. Это высокие, они как раз были под 2 метра. И были новые кровати, которые завезли. И очень ценили старые, потому что они были качественные, большие. То есть их можно было выменять. За 2 новые одну старую давали. Такая история. Какие у вас самые светлые воспоминания о вашей студенческой жизни? Ну, во-первых, то, что, да, вот муж показывает то, что мы встретились и на всю жизнь как бы связали судьбу свою, вот он. Учились в одной группе. Да, учились в одной группе. И это, конечно, безусловно, отложило отпечаток на всю мою студенческую жизнь. Положительно? Вот, положительно, да, безусловно. Успеваемость поднималась. Насчет этого я не уверен. Никогда не забуду знаменитый фонтан, который называется «Слезы абитуриентов». Вот, и который действительно, в общем-то, у меня на глазах туда приходили такие впечатлительные девушки, которые там получали не самые хорошие оценки, и они там правда плакали. Зачастую там выходили к ним и их пытались как-то успокаивать и утешать. А потом некоторые ребята, которые в оперотряде, потом они с этими девушками начинали встречаться. Так что вот там был такой интересный момент в работе в оперативном отряде МГИМО. Каждый год мы ездили в стройотряды. А с Сергеем Лавровым мы были... Это был второй стройотряд на моем счету. Работа была по орошению Тувы. Как раз Сергей и еще там мои несколько друзей работали то, что называлось с бабой. А баба — это был такой пенек с ручкой. И надо было забивать такие небольшие сваи в склоны вот этого канала. Потом уже мы раскладывали там какие-то камни. Но выпускник МГИМО в первую очередь — это, наверное, знак качества. Это знак качества во всех отношениях. Это прекрасное знание языков, прекрасное знание своей специальности, это дипломатичность и, наверное, самые-самые лучшие качества профессионализма. Это правильно, потому что я заканчивал МГИМО в 76-м году. Факультет МЭО, валютно-кредитное отделение. Меня, конечно, некоторые спрашивают, говорят, а как ты попал в МИД?
Я говорю, очень просто, там нужен был человек, который понимает в бюджете, и меня взяли в департамент международных организаций как раз на бюджетную проблематику. Проработал я на этой теме где-то года 4, но потом постепенно стал перемещаться на другие участки и уже занялся, конечно, настоящей чистой политикой. Хотя я должен сказать, что когда я говорил, что я понимаю что-то в бюджете Организации Объединенных Наций, меня воспринимали с большим уважением. Что же нам дало образование МГИМО? Я думаю, очень важно, что нам дал МГИМО, дал нам кругозор широкий. Мы изучали очень много разных интересных предметов, и в жизни так получилось, что сталкиваясь с теми или иными аспектами жизни, ты вдруг понимаешь, что ты это знаешь, и вот это, конечно, не знаешь очень глубоко, но именно как широкое образование, я считаю, что наш институт дал очень хорошее. Я считаю, что МГИМО открывает горизонты и учит нас глобальной ментальности, учит нас думать, think big, think global. То, чего никто другой в мое время в России не делал. Нам дали широкое образование. Иногда оно, может быть, было поверхностным в каких-то областях. Например, по математике первая лекция была, нам сказали, единственное, что вы запомните из математики, то, что интеграл надо брать. Вот, пожалуй, то, что я и запомнил. Так, в разговорах, когда я говорю с англичанами о том, что МГИМО учит 53 иностранным языкам, это производит сильное впечатление. Слава Богу. Сколько бы лет ни прошло с окончания вуза, МГИМО остается в сердце и в душе, как первая любовь. Сколько бы дипломов после окончания МГИМО я бы не получила, я считаю, что МГИМО был самым лучшим опытом образовательным в моей жизни. Наш вуз прошел большой путь, приобрел мировую славу. Я не смотрю британские рейтинги вузов, потому что я считаю, что наш МГИМО вне конкуренции. Нет, анекдотов никаких, пожалуй, рассказывать не буду. А жизнь студенческая, веселая, МГИМО такая же, как везде в это время и в этом возрасте. МГИМО со всей серьезностью и со всеми знаками качества ничем не отличается, и это здорово. И наша сплоченность должна восприниматься как заслуженная привилегия людей, вышедших из одной культурной и мировоззренческой колыбели. И от себя, как от подданного российского государства, мы бы хотели, чтобы в нынешних непростых условиях наша связь с институтом становилась крепче и помогала нам решать не только деловые задачи, но и способствовала единению и лучшему пониманию нашей страны, наших людей, наших студентов, наших выпускников и профессионалов. Спасибо за внимание.